Всем привет, народ! В этом ролике я прокручу 50 рандомных фруктов и посмотрю, что мне выпадет из этого. Надеюсь, ребята, вам понравится этот видос, так как я его делал очень долго. А ты не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал. И всем приятного просмотра! И вот, ребята, мы уже на нашем аккаунте. Давайте прокрутим наш первый фрукт и посмотрим, что нам выпадет. Вот, ребята, мы уже купили фрукт, и нам падает фрукт спирита. Что? Ребята, я вам клянусь, с первой прокрутки выпал спирит. Смотрите, пруфы. Первые наши прокрутки, ребята, нам повезло. Давайте наш фрукт положим в стор и пойдем крутить следующий фрукт. Вот, ребята, я уже подождал 20 секунд. Давайте прокручу новый фрукт. Это будет уже второй. И тут нам падает Poco X3. Так как бомба у меня уже есть, мне придется его выбросить. И вот пришло время прокрутить следующий фрукт. И нам падает фрукт света. Тоже хороший фрукт. И забираем его в стор. Погнали крутить следующий фрукт. Вот настало время прокрутить наш четвертый фрукт. И давайте посмотрим, что нам выпадет. И нам выпал фрукт льда. Я думаю, это очень хорошо. И погнали крутить пятый фрукт. Вы увидели несколько прокручиваний без моего голоса. Теперь я немного хочу записать с голосом, чтобы вы видели немного мою реакцию. И давайте прокручиваем, и нам падает фрукт. Будда, ты что? Офигеть, ребята, нам уже выпал спирит и Будда. Я в шоке. Давайте, ребята, крутить фрукты дальше. Давайте прокрутим следующий фрукт, и нам падает спин. Походу, потратил всю удачу на спирит и на Будду. Надеюсь, в этот раз выпадет хороший фрукт. Давайте крутим. И нам падает фрукт песка. Ну, тоже вроде хороший фрукт. Погнали крутить следующие фрукты. Надеюсь, ребята, в этот раз выпадет легендарный или мифический фрукт. Давайте прокручиваем. И нам падает грохот! Легендарный грохот! Наконец, нам еще раз выпал легендарный фрукт. Нам примерно где-то 10 прокруток ничего хорошего не падало. Давайте, ребята, крутить фрукты дальше. Давайте, ребята, прокрутим 25-й фрукт, и нам падает Рокетсуне. Это самый лучший фрукт в игре. Мы уже половину фруктов прокрутили, давайте крутить еще остальные 25 фруктов. Давайте прокрутим следующий фрукт на аккаунте подписчика, и нам падает фрукт алмаза. Немного слабовато, но хороший фрукт.
Пора крутить следующий фрукт. Давайте покупаем, и нам падает фрукт пламени. Не такой уж хороший фрукт, но сойдет. Давайте прокрутим 40-й фрукт, и нам падает фрукт фалкона. Нам что-то в последнее время не очень так везет, но ладно. Давайте, ребята, прокрутим наш 46-й фрукт и посмотрим, что нам выпадет. Давайте прокрутим, и нам падает... Гравити? Что? Офигеть, ребят, гравити? Еще и гравити выпал? Это наш второй мифический фрукт, ребята. Я очень доволен этим видосом, так как нам уже выпали две Будды, Грохот, Спирит, еще и гравити. Нам осталось прокрутить всего лишь 4 фрукта, давайте прокрутим их. Давайте, ребята, прокрутим перед последним фрукт и посмотрим, что нам выпадет. И нам падает фрукт дыма. Ну, вроде хороший фрукт, сойдет. Давайте крутить 50-й последний фрукт. И вот, ребята, наконец-то настало время прокрутить последний 50-й фрукт. Давайте посмотрим, какой фрукт нам выпадет. И нам падает фрукт алмазы. Ребята, все эти фрукты будут разыгрываться на моем Discord-сервере. Не забудьте зайти на мой Discord сервер, ссылка в описании. Напишите в комментарии, сделать ли мне вторую часть. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. И видос подходит к концу. Всем спасибо за просмотр и всем пока.